Тут заходи, 33 секунды до окончания раунда, и Нитро, в общем, даст установить бомбу, вот Ропса ему нужно было забирать. Хорошо, каждый размен, любой размен здесь будет в пользу американской команды. Стика берет под свой контроль Коннектор и стелит двоих игроков, вот это врывы от Стика. Будь чуть больше живых игроков, в стане команды Моуспортс могло бы получиться, возможно, получится и так. У Стика минус 4 и 1 в 1 в шаке от Эйса, и от спасения раунда находится Мартин Стик. Начинает танцевать вокруг пульта, замечает Виста, спрейдауны без шансов. Минус 5. Эйс в исполнении Стика. Ну, фантастическая работа. Тут даже эпитетов, наверное.